Дорогие друзья, коллеги, студенты, мы провожаем 2015 год. Год свершений, год побед университета. И я очень рад, что в этом году очень многие из вас нашли новые возможности в университете. Кто-то реализовался в науке, и свидетельство тому возрастающее количество публикаций высококлассных, открытий научных. Кто-то достиг новых успехов в образовательном процессе, и, подведя итоги конкурса на лучшие образовательные практики, мы были очень впечатлены теми достижениями, теми образовательными успехами, которые вы демонстрировали. Кто-то продвинулся в инновационной деятельности, создал новое предприятие, внедрил новую идею. И это, безусловно, важнейшие результаты, которыми мы гордимся. И это тот фундамент, который позволяет нашему университету уверенно занимать позиции в первой пятерке ведущих университетов России. Провожая год, принято подводить итоги. И мне кажется, нам есть чем гордиться. В этом году университет совершил, в общем-то, беспрецедентный, на мой взгляд, рывок и в образовательной, и в научной деятельности, в развитии инфраструктуры. И я хочу поблагодарить всех вас за эту большую серьезную работу и за вклад в общее дело. Накануне 2016 год. Перед Новым годом принято загадывать желания. И я хочу пожелать вашим семьям, вашим близким здоровья, благополучия семейного, новых смыслов, новых идей, новых профессиональных горизонтов, рубежей, которые бы вас вдохновляли на новые задачи. Университет славится своими традициями. Я хочу предложить накануне Нового года ввести еще одну знаменательную традицию, идея которой родилась при обсуждении инициации при посвящении наших студентов. Когда студент становится настоящим студентом? Я убежден, что он становится только тогда, когда делает что-то доброе, что-то бескорыстное, альтруистическое для других людей. Когда он меняет жизнь к лучшему вокруг себя, не требуя ничего взамен. И в этом смысле я хочу предложить нашим студентам сделать обязательно такой поступок в следующем году. И поделиться, и рассказать о нем своим друзьям, коллегам, университетскому сообществу. Поэтому я кое-что сделал. И начинаю эту эстафету и передаю ее вам, дорогие друзья. Давайте вместе сделаем больше добрых, хороших, позитивных дел в следующем году. Успехов! И надеюсь, что мы все с позитивным очень ожиданиями и надеждами входим в новый 2016 год. С праздником!